Учебник географии для 8 класса под редакцией Масляка и Капирулина. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите, почитайте учебник. Я взял это оттуда. А знаете ли вы, что по мнению автора учебника, украинцы и поляки имеют славянское происхождение, а русские – угрофинское? Отказано в славянстве белорусам. Их отнесли к балтийским народам. В учебнике «История Украины» для 7 класса под общей редакцией Ляха и Тимировой говорится, что становление украинского народа насчитывает 140 тысяч лет. В учебнике по истории для 9 класса под редакцией Турченко и Марокко утверждается, что к концу 18 века украинцы в то время были одним из самых крупных народов в Европе.